По нашей информации, 100-киловаттная станция, она единственная в Алтайском крае и ближайших регионах. 100 киловатт мощности означает, что время заправки автомобиля не превысит и получаса. Точка тока на Павловском тракте 32 должна стать самой востребованной. Автопоток постоянный. В ближайшее время, значит, будет запуск в работу. Сейчас проведем необходимые пусконаладочные работы, установим биллинговую программу, по которой будут осуществляться платежи. В декабре 2021 года Барнаульская горэлектросеть начала установку в Алтайском крае заправочных станций для электрокаров. Это специальный проект, по которому на нашей территории создают сеть с названием «Точки тока». Так, зимой в Барнауле появились две заправки мощностью 60 кВт у гостиницы «Центральная» и на Социалистическом проспекте 109. Сейчас же на карте города появились три новые точки. Уже названная на Павловском тракте 32, еще Павловский тракт 166 и взлетная 25. Две последние мощностью 60 кВт. Стоимость киловатта 15 рублей. Хочу отметить, что наши станции в том числе, значит, они способны на увеличение мощности. То есть там модулями меняется, и мощность их можно увеличивать. То есть, как бы, в последующем мы будем этим заниматься. Александр Вершинский подчеркивает, что электрозаправочные станции горэлектросети имеют качественные преимущества перед конкурентами. Они быстрые и заряжают автомобили любых марок, включая и премиальный сегмент. А в планах у компании установить две точки станции на пути от Барнаула до Новосибирска. До конца года в горэлектросети обещают рассчитать бюджет, выбрать самые удобные для водителей места для расположения станций и начать подготовку к их монтажу.